Сходили на море, приехали, решили пиццу покушать. Пойдем сейчас закажем пиццу. Не знаю, сейчас посмотрим. А, одну, не-не, да, маргариту. Небольшие, да? Да. Вот так и выглядит пиццерия. Уютненько, красивенько. Возле магазина Ильди, да, прям сразу. Удобненько, красивенько. Пиццерия такая. Компактненькая, маленькая. Вкусно тут готовят. Столики. Сидим, ждем своего номера. Вон там на табличке будет высвечиваться. Ждем номер. Не видно, отсвечивает. Тут тоже апартаменты. Мороженое тут же продают. Пока пицца готовится, хочу сходить в магазин и купить колбаску. Здесь такая вкусная колбаска есть. Остренькая такая. Ну, вкусненькая. Она более суховатая такая. Хочу пойти посмотреть. Купить. Вот магазин Ильди. Часто мы сюда ездим, закупаемся. Хотела посмотреть булочек. Булочек нет, все пусто. Пораньше надо. Здесь все сладкое в основном. Сладости. Здесь такое все в пакетиках. Полуфабрикаты, в общем. Разные алкогольные напитки здесь продают тоже. Ну, бутылочка вот этот огромный. Мороженое тут разное, какого хочешь. Ну, в принципе, цены приемлемые. Не так вот и уж все дорого. Все, нам приготовили пиццу огромную такую. Покажи, Саш, какие коробки с пиццей. Вот мы одну взяли тунфиш, одну маргарита. Сейчас домой приедем, покажем, как она выглядит на самом деле. Хочу заснять апартамент наш. Мы же еще так с краю его не снимали. Гараж. Да, да. Сейчас я вот
начинаются наши апартаменты, Каликантус. Вот это все идет наши апартаменты. Со стороны дороги. Да, со стороны дороги. Сейчас мы завернем, и там будет сбоку тоже все наше. Это тоже все наше. Там он бассейн виднеется. С пульта ворота открываются. А туда дальше идти. Там магазин. Пиццу можно купить и море также в той стороне. Здесь мусор мы выкидываем. Здесь вот апартаменты. Там вот дальше мы находимся. Сейчас будем заезжать в гараж. Блин, там люди сидели, но я надеюсь, мне ничего не скажут. Заезд в гараж. Ух. Свет зажегся автоматически. Вот наше место полочное. И наш номер 52. Наша красотка. Саша паркуется. Вот тут лесенка вот. Подниматься сразу к нам удобно, близко. Блин, не видно, отсвечивает. Вот. Ох, как жарко. Там бассейн у нас в той стороне. Ходик такой, сразу заворачиваем к нам. Ой, какая ящерица маленькая. Опс, убежала. Доставка пиццы. Пиццу заказывали? Я вас по машине узнала. Да? Я слышала, как о машине просто так будет. Да? Чаевые, чаевые. Ой, как запах. Что за идентичка? Вот так вот выглядит пицца Тунфиш, огромная, взяли семейную пиццу, блин, как ее правильно, вот так вот. И еще мы взяли одну маргариту, пиццу вам понимаю, тоже такая же большая, вот это вот 13 евро стоит, а Тунфиш 17. В общем, приятного всем аппетита. Вот у нас уже вечер, накупались, поужинали, идем в парк развлечений. Луна-парк называется, тут карусели для деток, в общем, все такое, что
детям интересно. Сейчас вам покажу красоту. Конечно, все светится, все красиво тут. Но... людей очень много в этом году. В прошлом году не так было. А в этом году уже намного больше людей. Все устали от всего, решили в этом году, несмотря на что, ехать отдыхать. Так же, как и мы все. Дом призраков. Идем? Ну да. Тут пару взрослых, ты можешь, три. Остальное все, карусели я имею в виду. Остальное все детское. Настя, Артур, вы вперед не идите. Че, на какие вы хотите карусели, Настя? Ну, вот это с папой. А, ну пойдемте туда сразу. О, там что, смотрите. Давай. А вы отсюда выйдете потом? А? Ага, новая. Кто с нами? Вау. Дети катались у нас в прошлом году. Вот еще один корабль. Но здесь я пробовала, здесь страшновато.
Сегодня у нас вторник. Ходили мы на базар, купили фруктов, виноград, абрикосы, персики. Здесь по вторникам и субботам базарчик есть. Набрали всего вкусненького.
креветок всего. Сейчас покажу. Уже вроде кушать я все не ела. Вы все сказали? Нет, не все. Он так говорит, потому что он злой и голодный. Не он, а я. Дядя Вова, да. У меня язык заплетается. Вот сегодня мы ходили и купили креветочки. Хвостики. Это такие маленькие. Это рожки мы приготовили. Дацу. Это салат. Это мама. Это дядя Вова. Это муж. У нас уже вечер. Вышли немножко погулять. Прогулка вечерняя, в общем. Идем на променаду. Там погуляем. Если будет что-то интересное, я поснимаю. Это все апартаменты тут. Там дальше отели идут. Это вот кемпинг-пляц за забором. Это парковочные места. Люди приезжают купаться сюда. Оставляют машины. Машинки такие ездят тут. Можно митовать 20 или 25 евро. Час, по-моему, стоит. Вечером тут движение. Такая красивая аллейка тут. Саш, вы куда пошли? В магазин же. Я что, не пройду тут? Вот здесь отель. Уже. Пальмочки такие красивые. Вечереет у нас уже. Есть тут такой поезд ездит, сажает людей, катает. О, людей много сегодня. И отельчики тут красивые. Тут можно купить купальники, обувь, все для пляжа вообще. Сейчас мы зайдем в магазин. О, смотри, все зима.
Вот отсюда начинается центр города, где можно погулять. Как правильно говорят, променада, наверное. Точно не знаю. Ну, красота, красота. Сколько мы ходим здесь, только нам и нравится. Все. Там. Бибионы, термалы, там. Ванны. Соленые, там, в общем, можно принимать массажи, там, вот такое вот все, в общем. Везде красота. Что меня напугал Артур? Блин, ужас. Сзади взял меня по плечу, ударил. Сынок, ну ты меня напугал. Ты, Кукуськин, что маму пугаешь? Мама чуть камеру не проглотила. Здесь красивая аллея такая. Фонариками. Увидела вот она, да? Видишь, смотри, люди нормально реагируют на это, если ты снимаешь. Ну, они даже не смотрят в твою сторону. Я тоже так думаю. Какая красота. Фонарики везде светят. Вот тут же, да, не видно. Что-то в этот раз вот здесь всегда танцуют, поют. Что-то нет. Вообще нету, ага. Здесь там музыка красивая, пожилые люди танцуют. А сегодня, ну вот как мы приехали, сколько мы, два раза уже здесь, да? И нету их почему-то. Ну, может быть. Тоже квартиры, ну как квартирки. Саш, куда ты идешь? Променад. Что ты там будешь делать? Курить, мороженое кушать. И все, что ли? Что тут еще делать? Не знаю. А ты что, Артурчик, будешь делать? Он устал, накупался. Ой, в этой неделе вообще жаркая такая. Ну, супер. Хорошо, с одной стороны. Напаримся, накупаемся. В Германию приедем. Будем мерзнуть. Ну, сейчас, если дочь найдем, смузи купим. Мы сколько спрашивали, подходили, видишь, нету. Я даже холодный напиток такой попила со льдом, знаешь. Жарко, правда. Елена Мартыновна, вы что будете делать на променаде? Гулять. Просто так, что ли? Просто так буду любоваться красотой. Молодец. Продолжение следует...
Нет, такой красивый тут. Это я тут стою, я лев, вот я тут стою. Там карусельки такие для деток. Вон еще один лев стоит. Куда-то убежали вперед, а все вижу. Отель 3 звезды.